Дочка с папой украшает новогоднюю елку. И доченька спрашивает у отца: «Пап, а почему ты в этом году конфеты наверх повесил?» Отец говорит: «Это чтобы ты их до Нового года не съела!» А дочка говорит: «Пап, ну что мне теперь, серпантин жевать?» Сыну отца спрашивает: «Пап, а евреи делают новогодние покупки?» А отец ему говорит: «Только продажи, сынок, только продажи!» Девочка, которая пришла на утренник в костюме белочки, да усрачки напугала выпившего сторожа со словами: «А вот и я пришла!» Пусть подарит год быка разных денег три мешка, евро, долларов, рублей, с ними будет веселей. Идет бычок, старается, мычит нам на ходу: «Мышиный год кончается, я скоро к вам приду. Пусть темное и серое с собой мышь унесет, а белое и светлое бычок нам принесет». Всем приветулечки, давно я с вами не общалась. Но как у вас дела? Как вы готовитесь к Новому году? Как вы видите, мы нарядили елочку, порядочек навели. Дети прям в восторге, ждут этого Нового года. Я сама-то не меньше их жду. Такой праздник, прям запах мандаринов, живой елочки, прям пишите, как у вас дела?